не повезло. Рыцарь де Пейрак. Желает сразиться с невероятными. Ну пиздец тебе! Сука, Платва, на работу! Ты не щелкай хлеборезкой, а бей! Тем толще. Теперь еще Радовид с жалованием на целую неделю опоздал. Да еще... Ты дал объявление? Я. Ганс из Цедариса. Кондотьер. У меня есть чудовище, которое нужно убить. Интересуешься? Что это за чудовище? Если бы я знал. Дело было так. Я нанялся с приятелями к Радовиду. Но в последнее время он начал запаздывать с жалованием. Да и жалование такое, что ой. А за даром я шею подставлять не буду. Понимаю тебя, но речь шла о чудовище. Сейчас. Как мы сюда пришли, оказалось, что в округе рыщет какая-то бестия. Коров таскает и т.д. Мы решили, что надо помочь мужикам. Похватали оружие и пошли. Я и Курт в одну сторону, а Герт и Хенк... Герт и Хенк не вернулись. Не знаю, что там было, но оно до них добралось. Видно, здесь профессионал нужен. Так что мы с Куртом скинулись на небольшую награду, чтобы кто-нибудь помог местным и отомстил за наших приятелей. Благородно. Ну так, у наемника тоже своя честь имеется. Так что, ведьмак, займешься чудовищем? Сперва поговорим о награде, слишком уж она маленькая. Я б сам это чудище убил, если б знал, сколько ты попросишь. Эх, ладно, пускай так. Согласен. Где начинать поиски? К югу отсюда. Там мы разделились. Там мы Герда с Хенком в последний раз и видели. Лес, тем толще эльфы. Теперь еще Радовид с жалованием на целую неделю опоздал. Да еще пытается нас надуть. В кошельке, который мне дали, были фальшивые кроны. человеческое. Следы когтей, укусы, доспехи порваны на куски. Второго тела не видно. Чудовище-летающее. Оно схватило второе тело когтями, но, видно, не все донесло до гнезда. За иголочкой. Здесь след обрывается, эти здоровенные птицы, должно быть, все сожрали. Но если тело тоже нашли раньше меня, остается просто идти на звук. Грифон, пустого, если не считать остатков тела. Шевелись, Платва! Но! Теперь еще Радовид с жалованием на целую неделю опоздал. Да еще пытается нас надуть. В кошельке, которые мне дали, были фальшивые крови. Глядите, бронза едва... Ну, как там? Я избавился от чудовища. Это был Грифон. Архи-Грифон. О, я тебе благодарен. Архи-благодарен. Прошу, вот твоя награда. Спасибо, и на будущее. Зови ведьмака, прежде чем прольется кровь. Чем дальше в лес, тем толще. Теперь еще Радовид с жалованием на целую неделю опоздал. Да еще пытается.